Доброй ночи, дорогие друзья, с вами Inferno The Best. Мы продолжаем проходить Outlast Whistleblower. В прошлой серии... Ладно, похуй, что в прошлой серии, я думаю, вы и так прекрасно знаете. Я, впрочем, насчет того, почему я долго не делал видео. Была такая, короче, хрень вообще на работе и все такое, блин. Дела, блин, даже я не помню, когда я был нормально сидел за компом последний раз. Наверное, где-то неделю назад. Или вот это вот же тот период, когда... того периода, когда я делал последний раз видео по Outlast. Но мы продолжаем играть. Такая стрёмная ночь, черно-белая картина. Блять, что это такое? Ладно, но я смотрю, там можно будет пройти. Мы вылезли с того окна, но здесь можно пройти в здание. Чё у нас тут? О, чувачок и какая-то читанина. Так, я уже не помню, как, блин, открывать их, Джей, да? Висла, мать его. Выше колен, ниже пупка. Мне как-то до хуйка. Я закрываю, читайте сами. Так, какие-то... 20 FPS, смотрю, блин. Соскучился же, мать. Ёб твою мать! Ух вы уебаны. И этот смех, блин, мне это больше напомнило из одного фильма, типа, «Поворот не туда», как эти каннибалы такие, таким долбоебным же смехом ржали. Так, батарейка. Я боюсь даже отодвигать это. Поэтому я лучше посмотрю. Сейчас только одно из них выскакивает, блядь, вот так вот как-то. Было бы... Это было бы эпично, но, слава богу, такой хрени тут нет. Ну где вы, суки, а? Я вышел. Так, тут что-то... Нет, показалось. Идем дальше. О. Так, я так думаю, здесь можно пройти, но обычно дорога всегда... Нам всегда надо идти только туда, как куда там, где свет горит. Но сюда мне, похоже, не попасть. Что это? Кто это говорит, блядь? Появись. Ладно, хули. Неважно. В общем, сюда нам надо. Открываем. Так, здесь вроде ничего. Опять мухи, значит, их говно где-то рядом. Либо же эти всякие кишки там и прочее. Так, тут должно что-то быть, если я перепрыгнул. Всему своя плата есть, цена там. Но здесь ничего, зря я перепрыгнул, что ли. А ведь могли бы что-то и спрятать. Так, тут... Оу, красавчик. Да ты у нас паркур, блядь. Как... Вейлон паркур, блядь. Так, идем сюда. Ой-ой-ой. Новые технологии, блядь. Что это у нас? Какой-то трансформатор, что ли? Ладно. То есть, я так понял, мне даже нема смысла стараться открывать эту дверь. Воу. Охуеть. Я ж... Да, я понял. Ну, сам знак указывает. Хорошо. А куда ж тогда? Блять, если я туда... Не, я даже не хочу попытки делать. Умирать мне не сильно сейчас хочется. Так, здесь тоже что-то есть, а. О, читанка, блять. О, там кто-то был, вон он идет. Убей нас, убей нас. Стой, дядь, ты куда? Кто ты такой вообще? Ладно, ну его нахер. Так, тут можно осмотреться. Радиоприемника, батарейки, как всегда, нет нихуя, да? Понятно. Что, Игорек просто должен двери... Ну тут вообще, блядь. Мне сперва показалось, что это какая-то... О! Сначала был король крестовый, теперь туз пиковый, что ли? Что-то те... Или крестовый, не знаю. Тут так пиксельно показывает, неудобно вообще. Так, ладно, неважно. Ну тут, в общем, противники наши тоже азартные, я смотрю. Ладно. В общем, я так понял, нам сюда. Тут можно даже батарейку пока не активировать. Сюда не пройти. Сюда тем более, я уже слышу.
что здесь напряжение само себе дает знать. Что ебанет же, блядь. А вот здесь я, по-моему, еще не был. О, батареечка. Ништячок. Идем. Это хорошо. Что-то я давно вообще не ожидал от такого, потому что сначала в этом Whistleblower'е с батарейками у меня как-то не очень лады такие-то были. Они очень редко, так можно сказать, появлялись. Не так, как в первом Outlast'е, что их там до хера было. А тут, блин... Аж, блядь, до такого... Вспомнил Outlast, первую часть. Что это? Откуда они валают? Так, здесь нам явно не пройти. О! Блядь. Так, где-то я уже, походу, это видел. Был у нас один такой шаталин, что в этом первом Outlast'е, когда мы мимо камер проходили, тюремный блок. Вот, блядь, один из них телепортнулся, по-моему, сюда. Ладно, блядь... Все нормально, не буду тебе мешать. Так, что у нас тут? Ни хрена нет. Опять радиоприемника, батарейки рядом нет. Ну это вообще какой-то маразм. Что-то не то. Ага, это, наверное, трансформатор выключается. Ага. О! Куда он пошел? Там тоже есть ход, что ли? Он не устает, я смотрю. Ладно, качай мышцы, дружок. Он, походу, не один тут такой озабоченный. Там еще кто-то орет. Идем. Пора проходить. Что за... Мы что-то записали. Горящие огни. Электроэнергия все еще есть. Электричество. Мне нужно подумать, Лиза. Я думал, что электричество это доказательство того, что что-то, какая-то человеческая сила все еще контролирует небольшую часть лечебницы Маунт Мэссив. Но никакое человечное или здравому слящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать. И то не очень долго. Ты всегда была самой разумной, Лиза. Ты бы сказала... Успокоиться, взглянуть на всю картину целиком. Сумасшествие и бесчеловечность управляют в этом месте. Чтобы не контролировало электричество, оно пытается заманить меня в ловушку. Может, стоит выключить? Конечно, а как мы пройдем туда? В общем, я не понял, приколян. Блять. Я же вроде как отключил. Что-то... копчиком слышу, что-то нехорошее тут, в общем, происходит. А ну пошли еще раз глянем этот трансформатор. Может, там на там еще какой-то был. Перезаряжу батарейку на всякий пожарный. О! А наш драчуган уже исчез. Может, это эта падла... И включила? Конечно, блять, включенный. Вот кто, сука, это сделал? И там еще одно падло было наверху бежало. Может, оно как-то, блять, я не знаю. Неважно. О, сохранялочка. Блять, пошел нахрен, гондон. Ой, сука, какой же ты, блять. Куда бежать? Надеюсь, туда. Сучка. Зараза ты, блядь, такая. Блин, двери выбиты. Такого ж вроде не было. Так, гоу сюда, что ли? Давай, давай, давай. Опа, смотри, как я умею. Давай. Я понял, я понял. Ты тоже так умеешь, красавчик. Бля, вот не ожидал, что они такие умные вообще. Пошел нахуй. Ну и где ты там, а, мразь?
Капец. Да. Вот это было. Вот кто он нас... Кто мешал нам пройти. Что это за нахер? Опять это... Чёрная тучка. Вальридер, что ли, да? Или как его там зовут? Капец, как я давно не играл в эту игру. Уже скучал по всему этому. Так, что у нас тут? Открывай. Так. Ага, я понял. Может, здесь что-то будет, а? Ну, хоть дайте хоть одну батареечку. Понимаешь, у меня их всего 6 и... Гуляй свободен, Игорёк, но все равно. Страховка лишней не будет. Так, я понимаю, мне вниз? Чё-то как-то... Не сильно-то мне хочется сюда идти. Обычно в фильмах бы на меня какой-то... Сука! Твою мать! Вот в... именно такое в фильмах и случается, блядь. Дядь, у тебя есть батарейка? Не? Жалко, жалко. Ой, блядь. Не нравится мне это. Так вот, я тогда не договорил. Обычно в фильмах, когда вот так вот входишь... подобным образом, вот так вот прям под водой, на тебя какое-то подводное существо набрасывается и оп, и все, сжирает нахер. Вот поэтому не люблю я по воде так ползать. Еще даже с такой глубины. Или какая-то пиранья тебя откусит какой-то, блядь, я не знаю, что-то. Так, что у нас тут? Обычно вот в таких трупачках есть батарейки возле них. Ну ни хрена. Ах да, мы же оттуда пришли, значит нам что, сюда? Туда тоже не пробраться. А, мы туда и ходили. Значит, о, сюда, во-во-во, да-да-да-да, сюда. О, вот теперь понял дорогу. Блять! Мы чё-то записали. Легкий способ выбраться. Да, я согласен, легкий, блядь. Просто ёбнуться, блядь, с такой высоты. Это было бы очень легко. Я в это больше не верю. Раскрыть правду. А нет, правды. Только ложь, которую мы прожевывали слишком долго, чтобы терпеть... О, чтобы теперь повернуть обратно. Это наши дети, Лиза. Я бы выбрал легкий путь наружу, если бы это было не для мальчиков. Проклинаю это место, я вынесу все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. А я не вынесу, блядь. У меня лекарства закончились. Нема чем предохраняться, блядь. Так, о да, стрёмное место. Блять, а чё так... Такая какая-то хренотень с графикой случилась. Чё так пиксельно всё? Вроде это какая-то CS 1.6, блять, а не Outlast. Или это... Бля, ну минуточку. У меня вообще точно на максимальной графике всё стоит? Ничего не, не сбилось, а ну... Нет, всё ништяк. А в чём же дело? Это, наверное, что-то разрабы уже, наверное, не доделали. Ну то хрен с ним. Я уже думал, что у меня настройки позбивались. Обычно такое бывает. Но, слава богу, здесь... Так, опля! Идем дальше. Идем, идем, идем. Бежим, блядь. Это мне что-то Silent Hill 4 напоминает. Такая локация. Есть знакомая. Кто играл в Silent Hill 4 The Room, называется, кажется, тот поймет. Правда, я ее не играл. Я смотрел видео прохождение, у меня эта штука скачал. И где-то на третьем уровне, где вводная тюрьма, кажется, или что-то такое, вот там сразу и зависает постоянно. Не знаю, о чем хрень. Ой, да ладно. Что, серьезно? То есть мне вот это сейчас прыгать надо? Там ведь не пройти. Ой, блядь! О. Ой, дядь, ты держись, держись! Да не смотри ты вниз, обычно так падают после этого. Нет!
Я же говорил, блядь! О. Пиздец всемогущий. Да, не сладко тебе пришлось, понимаю. А куда мы хоть упали? Так, камера-то хоть со мной? Ой, блядь. Блядь, я тут не один. Мне... Меня уже все трясется, блядь. И все это только из-за каких-то придурков, которые пиздят без остановки. Так, я понимаю, мне сюда, да? Да. Че такая музычка, блин? Как будто сейчас что-то должно случиться, ей-богу. Так, мне по идее сюда. Тихо, ты хоть так не шуми, блядь. Пугаешь? Дверь? Ну, сюда не пройти все равно. Даже если дверь, блядь. Так. Идем сюда. Им нужен козел, блядь. Да у нас козлов, блядь, до хера забирать, не только не меня. Я послушный человек. Я не хочу привлекать внимание Глускина. Он причинит нам боль. Глускин? Кто этот ваш Глускин? Это уже не первое упоминание о нем. Так, ладно, перезаряжу. Вот у меня это жужжание как-то заморочило, честное слово. О, там что-то блестит, эта батарейка. Фух, как я давно тебя не видел и не подбирал. Так, идем сюда, потому что там вроде не пройти, я так смотрю. Куда тогда? Я отсюда пришел. Сюда залез. Отсюда ли отсюда? Хрен его знает. Не, по-моему, оттуда я пришел и... Да, по-моему, так сюда. Тю, я что, кругами хожу, блядь? А, конечно, вот же, щель. Заткнись так, не пугай меня. Тю, мать твою, что это, блядь, такое? Это кто там, блядь, баскетбол шпилит? Хотя это, блин, слишком большой ритм для такой игры. Это уже, блядь, с рефлексами было бы. Так, мне эта тишина не нравится. Лучше пиздите на здоровье, я вас послушаю, мне так спокойнее будет. Спрятаться. А от кого? Так, музыка как-то... Что-то неспокойно. Блядь, господи. А? О боже. Я думал, что это он специально меня стоит, ждет. А вот это повешенный труп. И мы что-то записали. Обратно внутрь. Чем сильнее я пытаюсь бежать, тем глубже вязну в этом месте. Мертвое больше меня не удивляет. Суицид кажется мне разумным. А мне неразумным. Мы должны остаться в живых. Так, сюда явно не попасть. Ну да. Опять разряжается. Так, снова щель. Блять, гандон. Человеку внизу. Чел, очень плохо, очень плохо. Боже, о боже. Блять, ну вот зачем вы именно в... Когда только пролазишь, блядь, ненавижу, когда так пугаю. Хотя в этом вся фишка в этой игры, блядь. А я тут думаю, почему это, блядь, так тихо стало, сука? Ладно, перезаряжу. Зажужжал ты мне уже, блядь, все. Все, сука, звуковые органы, блядь. Твою мать! Блядь, да чтоб... Идите нахуй. Я вообще-то здесь выход ищу, так само как вы. Придурки, блядь.
И опять тишина. Сейчас по-любому еще какая-то у меня от чего-то будет срачка. Читаняга. Доктор Форд. Ладно, похуй как-то. Ловите паузу, пауза этой момент и читайте, блядь. Хоть там, наверное, еще одна страница будет, так что там получается не до конца вы там прочитаете. Так что, так я так понял, сюда. Хорошо. Да заткнитесь, блядь. Сука, это как у меня соседи, блядь. Поверху, сука, так же само, блядь. Проклинаю их. Незваный гость, блядь, а чё? Детёныши и опоссумы, блядь. Найдите себе сиську, мамочки. Мне найдите, блядь, прошу вас. Я уже столько лет ищу, сука. Мне любой мамочки абсолютно как-то похуй. Лишь бы что-то было бы с неё такое, как бы здоровое желательно. Так. То что, мне сюда перепрыгивать? Ладно, да, так и сюда. Ой, блядь. Не нравится мне это. Блять! Конечно не нравится, они за мной тут. Я хоть вообще туда иду? Наверное, сюда. Куда теперь? Сюда, наверное, да? Блять, не нравится мне это все. Так, я так понял, сюда. Они сюда точно не запрыгнут. Я оттуда, значит, мне сюда. Все, наверное, я от них убежал. В адскую берлогу Глускина. Он, блядь, да? Похуй, куда я залез, главное, я убежал от этих кретинов. Ладно. И что теперь? Что? Ёпперный театр. Эти уёбки взяли и закрыли за мной лестницу эту. Так, похоже, я здесь надолго. Швейная, да? Вот у меня такая тоже машинка еще и сохранилась. Моя бабушка любит с помощью таких предметов вытворять всякие чудеса. А это еще что за песня Штирлица, блядь? Там что-то есть. Ух ты ж, ёб твою мать! Человеческое тело изувечено и изогнуто, как в момент рождения. Человек не в состоянии видеть такие вещи, не изменившись непоправимым образом. Лиза, был с тобой, когда оба наших мальчика появились на свет. До недавнего времени это было самое удивительное, что я видел, полностью за пределами разумного понимания, и все же так или иначе, с тех пор являющийся центром всего, во что я верил. Ты всегда говорила, что у меня нет фантазии, но недавно я расширил свои горизонты. Как же все это возможно? Что здесь происходит? Но теперь я знаю ответ. Деньги, выгода, вещи, которые мы творили просто потому, что... Потому что что? Были способны. Вот и все, блядь. Твою мать, а? Меня аж... Не, я первый раз вижу вообще трупа женщины в этой игре Outlast. В первой части Outlast такого не было. Вот здесь разрабы уже наконец-то додумались хоть одну бабу сюда приклеить. Блядь. А это кто там? Дядь, ты кто? Что он держит вообще? А, это ее руку он держит. Размерчик у тебя, конечно, маловат. Так, идем. Музычка чуть-чуть не в тему, если честно.
Я правда не знаю, о чем она там вообще. Не нравится мне эта тишина. Опять батарейка заканчивается. Блять, это пятая, что ли? Пиздец. Так, нам сюда. Ну, закрыто. Ёб твою мать, нахуй! Дорогая, блядь! Дядь, ты, наверное, ошибся. Я мужского пола, не женского. Так, ты мне откроешь дверь? Сука, нет, блядь, да? Ну, ладно. Куда ж тогда идти? О. Да, ты испугал меня, блядь. Не извиняюсь. Бог простит, блядь. Я где-то уже видел тебя, а я тебя, наверное, нет. Сейчас это похоже на сон, быть здесь с тобой. А я его что, реально видел? Глускин, да, значит? Ты у нас Глускин. А твоя прическа мне знакома. Оу. Ребята, слушайте, это не тот... персонаж, который был в начале игры. Он там типа такой шатался в окно возле меня, напротив меня, и говорил типа: выпустите меня, я знаю, что вы можете это там предотвратить, прекратить или что-то такое. Это не он? А ну, он меня так не увидит. Обходи же, блядь. Вот и пиздуй. По идее, мне туда надо. А я пошел. До свидос. Сука, увидел, блядь. Блядь, а куда тут бежать-то, а? Сюда? Беги, блядь, что ты стал? Закрываем за собой дверь, музыка перестала играть, и слава богу. Значит, что оно съебалось куда-то. А, это он здесь был. Получается, пошел тудой. Что это? Love makes a house a home. House и home? А это не слова случайно? А, нет. Я не знаю, подождите. А house и home — это не слова синонимы? То есть, любовь делает дом домом, что ли? Ничего не понял. Пошел нахрен! Ты ужасно поешь, блядь. Давай двигай, потому что оно, наверное, блядь, за нами. Давай, блядь, открывай дверь. Закрывай, желательно, за собой. Блядь. Как же мне не нравятся эти звуки. Сука. Блядь. Бля, в противном случае нам все равно сюда. Че, в противном, потому что здесь крови до хера. А, вон! Отодвинуть надо. Сохранение. Ёб твою мать! Давай бегу, 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 бегу! Блять, давай открывай эту сраную дверь! Я хочу, чтобы ты носил моё время. Ты что, долбоёб, что ли, блядь? Сюда! Йоу! Давай, лезь! Шо, блядь? Ёб твою, нет! О, ой, блядь! Ё-моё! О, блядь, у меня аж игра зависла после такого. Уёбок, это из-за тебя всё. Ты бы лучше умерла, чем была со мной? Ты что, долбоёб? Тогда сдохни. Он вообще какой ориентации, мать его? Ещё педиков мне здесь не хватало. Ага, а вот хуй. Что? Ёперный театр, мы хромаем, ребята. Вот только сейчас этого нам не хватало, блин. Во кайф.
A woman's work is never done. Женская работа никогда не делана, что ли? Блядь. Так, друзья. Я думаю, что за мной никто не бежит. Я так думаю, да? Давайте здесь мы остановимся. Я не знаю, продолжим, по-моему, чуток попозже. Потому что слишком много уже заснял. Слишком много минут, а то это еще потом будет выкладываться, блядь, наверное, целый день. Ёп! Господи, показалось, эта пыль меня напугала, что этот уебок опять за мной бегает. Так, не стани, приятель, все у нас будет нормально. Вылечим, наверное, твою ногу, если выживем. Так, ребята, давайте будем офаться все-таки. Спасибо всем, кто меня смотрел. Надеюсь, вам было интересно это. С вами был Inferno The Best. Всем пока.